Добрый день, я Мельниченко Роман Григорьевич, и мы продолжаем с вами курс лекций по адвокатуре. Сегодня у нас достаточно интересная тема. Эта тема связана с тем, что видно в адвокатах. А что может быть видно? Видна форма. И сегодня мы с вами будем говорить о той форме, в которой содержится современная российская адвокатура. Итак, тема сегодняшней лекции. Тема сегодняшней лекции – формы адвокатских образований. Ну, иногда их еще называют адвокатские фирмы. И мы сегодня узнаем, что это такое, какие формы существуют и как, например, открыть некоторые виды адвокатских фирм. Дело в том, что адвокаты, конечно, оказывают какие-то юридические услуги, ну, какие-то определенного качества, как мы с вами уже говорили, но должны они это делать в определенной форме. То есть в определенной форме для других лиц. Эта форма, и было сегодня адвокаты могут оказывать помощь только в определенных законом формах. И эта форма – адвокатские фирмы. Их на сегодняшний день 4, и поэтому у нас сегодня план нашей лекции будет достаточно объемный. Но мы буквально в одно касание с вами просмотрим все адвокатские фирмы, узнаем, как работают адвокаты, я покажу вам иллюстрации, то есть именно как, например, выглядит адвокатский кабинет, как выглядят сайты адвокатских бюро. И мы сегодня буквально в одно касание посмотрим, какие формы адвокатских образований существуют, и вообще узнаем о всей структуре российской адвокатуры. Итак, давайте посмотрим план нашей лекции. У нас с вами сегодня 5 небольших вопросов. Первый вопрос – понятие форм адвокатских образований. Здесь мы с вами дадим определение, что такое адвокатское образование. Я вам покажу ученых, которые занимаются именно вот этой сферой, адвокатской деятельности, изучение ее. Мы узнаем с вами источники, где можно посмотреть в законах о том, как и какие формы адвокатских образований есть в России. И я вам нарисую схематично всю структуру российской адвокатуры. Остальные 4 вопроса у нас будут касаться 4 формам адвокатских образований. Вы их видите, их 4. Итак, мы с вами займемся адвокатским кабинетом. Любимая моя форма адвокатских образований. Узнаем, как его открыть, адвокатский кабинет. Затем мы перейдем к адвокатским бюро. Я вам покажу человека, который именно специализируется на исследовании адвокатского бюро. У него своя очень мощная юридическая фирма. Опять же, в формате адвокатского бюро. Посмотрим. Это будущее российской адвокатуры. Затем мы поговорим немного о коллегии адвокатов. Коллегия адвокатов – это современная форма, она пришла к нам из социализма, ну вот она самая распространенная, пожалуй, на сегодняшний день. И завершим мы с вами сказочной формой адвокатского образования – юридическая консультация. Ну, сказочная, потому что фактически ее нет. То есть в законе она есть, но встала проблема при ее реализации. То есть, чтобы они появлялись в России, очень большие проблемы. И мы сегодня узнаем, почему это происходит. Итак, форма адвокатских образований. Дело в том, что первоначально у юристов, у адвокатов не было никаких форм. Мы с вами когда говорили, например, о Древней Греции, о Демосфене, о Цицероне, если когда говорили о Риме, тогда у них не было никаких фирм. Цицерон сам по себе фирма. То есть, хотя понятие юридических лиц было, например, в Риме, но никаких таких образований устойчивых не существовало. Адвокат был одиночка, адвокат оказывал юридические услуги. Но постепенно произошла так называемая институциализация. Институциализация, то есть адвокаты стали сплачиваться, и постепенно образовался определенный институт. Институт адвокатуры. Мы сегодня понимаем под адвокатурой большей части вот этот институт, институциализацию. И вот в этом институте российской адвокатуры основное место именно отводится формам адвокатских образований. Но чуть позже я вам этот институт нарисую. А перед этим хотелось бы остановиться на тех авторах, которые занимаются формами адвокатских образований с позиции науки. Я выделил 2 авторов.
Вообще тема достаточно новая для науки, но, пожалуй, вот конец 20-го, начало 21 века она стала развиваться, и я выделил двух авторов, на работы которых я бы, кто интересуется форумом адвокатских образований, я бы рекомендовал вам к их работам обратиться. Это два ученых, два москвича, они работают и живут в Москве, это адвокаты. Ну, они отличаются друг от друга. Поспелов Олег Витальевич – это преподаватель, такой действительно плотный преподаватель. Он практикует именно в ВУЗе, Московская государственная юридическая академия. И вот его кандидатская диссертация была посвящена именно формам адвокатских образований, то есть именно той темой, которой мы с вами сегодня занимаемся. Он действительно, есть даже такое о нем изречение, после того, как Олег Витальевич написал про форму адвокатских образований, писать там уже нечего. То есть действительно его монография, которую он издал по последствиям по защите, она очень подробно и хорошим слогом излагает, какие адвокатские фирмы существуют в России, какие проблемы там есть. То есть он очень хорошо проблематизирует. Второй ученый, более такой практикующий адвокат уже, это Буробин Виктор Николаевич. Его конек, его любовь – это адвокатские бюро. Именно вот в адвокатских бюро Буробин Виктор Николаевич и его сподвижники, его коллеги, он написал учебник вместе с ними, адвокатская деятельность, он также занимается маркетингом адвокатуры. Но вот адвокатскому бюро он посвятил тоже несколько и статей своих, и часть своего учебника, очень про это основательно мы будем говорить, когда будем говорить об адвокатских бюро. Итак, мы с вами посмотрели про ученых. Ну, конечно, не все известно про форум адвокатских образований. Еще предстоит много исследований по этому вопросу. Ну, например, на сегодняшний день тот же Буробин недоволен количеством форм адвокатских образований. Он считает, что это недостаточно. То есть есть проблематика, есть такая точка зрения, например, что то количество адвокатских образований, форм, которые есть, ну, количество имеется в виду варианты, те варианты, которые закон предоставляет, они недостаточны для развития, например, бизнес-адвокатуры. То есть бизнес-адвокатура, ну, с точки зрения этих авторов, в ступоре именно из-за того, что форм адвокатских образований так мало. То есть исследования здесь есть, что исследовать есть. Опять же, ну, 100-150 лет самому этому вопросу так плотно стали заниматься. И перед тем, как перейти уже к пониманию, что такое форма адвокатских образований, я бы хотел вам изобразить вообще структуру российской адвокатуры. В моем представлении эта структура визуализирована у меня следующим образом. Это такая четырехгранная пирамида. Итак, структура адвокатуры Российской Федерации. Вот у нас пирамида. Это адвокатура Российской Федерации. Такая, которая сложилась на сегодняшний день. В этой пирамиде, пирамида означает иерархию, четырехгранная пирамида, то есть адвокатура Российской Федерации представляет собой определенную иерархию с определенными, соответственно, слоями. Первый слой – это именно то, чему мы сегодня с вами будем, о чем мы будем сегодня говорить. Это форма адвокатских образований. Вот этот слой, вы видите, у пирамиды 4 грани, значит, у нас будет 4 вида адвокатских образований. Первый вид – это адвокатский кабинет, затем адвокатское бюро, коллегия адвокатов и вот эта фантастическая форма – юридическая консультация. Вот этот первый слой, такой базис этой пирамиды и есть форма адвокатских образований. У нас будет еще с вами лекция по другим элементам. Там еще у нас есть два элемента, сегодня не будем этим заниматься. Это адвокатские палаты субъекта Российской Федерации, вот этот средняя прослойка. И на вершине находится
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Структура адвокатуры – это пирамида четырехгранная, и мы сегодня с вами будем говорить об основании этой пирамиды. Ну, давайте, так как я попытался изобразить в объеме, посмотрим то же самое на плоскости. Те же три элемента. Первое основание – это форма адвокатских образований. АК – это адвокатский кабинет, АБ – адвокатское бюро, КА – коллегия адвокатов, юридическая консультация. И два других вышестоящих слоя, о которых мы сегодня не будем говорить, это будет следующая лекция у нас запланирована по этому вопросу, это адвокатская палата субъекта Российской Федерации и на вершине Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. Итак, структуру мы с вами определились, и теперь мы подошли непосредственно к пониманию, что такое форма адвокатских образований. Я использую термин, который используется некоторыми исследователями. Они называют это землей, то есть работать на земле. Вот форма адвокатских образований – это земля адвокатов. Это то, где адвокаты непосредственно работают. Куда они приходят, это их офис, куда они приходят, куда к ним приходят клиенты. Это вот земля, это вот основа, это то, где адвокаты работают и получают финансирование за свой вид деятельности. В законе дано понятие, как термин используется, форма адвокатских образований. Я вам представлю сейчас то определение, которое мне кажется более точным для понимания, что же такое форма адвокатских образований. Формы адвокатских образований, адвокатские фирмы мы их называем, это первичная организация деятельности адвокатов, в которой они непосредственно осуществляют свою деятельность. Ну, здесь какие ключевые признаки мы видим? Это первичная организация деятельности. То есть именно там для того, чтобы адвокат мог работать, он должен с этого начать. Он должен сделать вот эту адвокатскую фирму. Иначе ему запрещено вообще заниматься адвокатской деятельностью. Более того, его накажут, если он будет оказывать, например, адвокатские услуги вне адвокатской фирмы. И следующий признак – адвокаты, они непосредственно осуществляют свою деятельность. То есть, если вы приходите к адвокату, вы должны понимать, что вы находитесь в адвокатской фирме. Потому что адвокаты именно там, вот у них столы, например, офисные, они с вами разговаривают. Вот когда вы будете разговаривать так с адвокатами, знайте, это именно адвокатская фирма, какая-либо форма адвокатского образования. Итак, форма адвокатского образования, адвокатские фирмы, они напоминают, конечно же, это больше из сферы гражданского права. Гражданского права, потому что гражданское право, цивильное право занимается вопросами юридических лиц. Юридические лица – это такие образования, в которые и осуществляется какой-то вид деятельности. Коммерческие, если это коммерческие юридические лица. Некоммерческие, если это, например, общественные организации. Адвокатура – это тоже, вот эти формы адвокатских образований, это тоже своеобразные юридические лица, формы, в которых адвокаты работают. Но здесь нам надо хорошо проговорить по поводу источников. То есть, где записано то, как адвокаты учреждают, функционируют в своих фирмах и прекращают их деятельность. Потому что здесь могут допускаться определенные ошибки. Как я уже говорил, в основном вопрос юридических лиц регулируется гражданским кодексом. Но здесь, обратите внимание, я зачеркнул гражданский кодекс. Гражданский кодекс не регулирует вопросы форм адвокатских образований. Он не действует в этой части. Может быть, да, там по какой-то аналогии мы можем проводить параллели, и то не юридические. Юридические параллели здесь проводить нельзя, можно запутаться, гражданский кодекс мы просто отметаем. Я оставил три основных источника, где можно найти правила о том, как регулируется форма адвокатских образований. Основной – это закон об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Там описаны все вот эти формы адвокатских образований, все четыре, о которых мы говорим и будем говорить.
Там описано, как их учреждать, как прекращать их деятельность, обязанность адвокатов вступать в эти формы. То есть основной вопросы формы адвокатского образования именно здесь. Но так как адвокатские образования являются некоммерческими организациями, частично на них распространяется действие закона о некоммерческих организациях. Прикосновение небольшое, но все-таки иногда необходимо и к этому закону обращаться. И последний источник, легальный источник форм адвокатских образований – это корпоративные акты. Корпоративные акты – это документы самих адвокатских образований. То есть для того, чтобы учредить адвокатское образование, форму адвокатского образования, необходим определенный документ, например, устав. Вот этот устав и будет корпоративным актом. А почему он источник? Ну, потому что он содержит правила, как, например, партнеры в адвокатском бюро, как между ними распределяется ответственность, например, в случае каких-то проблем. Вот эти документы являются источниками. Например, в суде адвокаты могут, если возник спор какой-то, апеллировать именно к своим внутренним учредительным документам. Понятно, что они не должны противоречить закону об адвокатуре или о некоммерческих организациях, но в части не противоречащих этому закону они легальные источники права, касающиеся форм адвокатских образований. Итак, перед тем, как перейти к отдельным формам адвокатских образований, давайте с вами поговорим об общих принципах распределения адвокатов по различным формам адвокатских образований. Существует несколько принципов, по которым адвокаты распределяются по вот этим четырем адвокатским фирмам. Эти принципы я выудил из закона и теперь их вам представлю, потому что они наиболее важные и необходимые для понимания вот этого института. Первый принцип таков. Адвокат всегда должен состоять в какой-либо форме адвокатского образования. Например, человек получил статус адвоката. Он стал адвокатом, у него есть удостоверение, и закон возлагает на него обязанность в течение 2 месяцев выбрать какую-то форму адвокатских образований. И если в течение этого времени он ее не выбрал, он может лишиться своего статуса. То есть адвокат всегда состоит в какой-либо адвокатской фирме. Всегда. Нет адвоката без адвокатской фирмы. Это первый принцип распределения адвокатов по адвокатским фирмам. Второй принцип заключается в том, что один адвокат может состоять только в одной адвокатской фирме. Например, адвокат не может состоять и в адвокатском кабинете, и одновременно в адвокатском бюро. Нет, адвокат всегда в какой-либо одной фирме. Например, в женском праве этого невозможно себе представить. Например, я могу быть учредителем и акционерного общества, и ООО одновременно. В адвокатуре этого нельзя, это запрещено. Всегда один адвокат, одна фирма. Из этого второго принципа выходит третий принцип. Он заключается в следующем. Свобода перехода адвокатов из одной фирмы в другую. То есть адвокат не может быть прикреплен только к одной фирме. Если он захочет, он может выйти из этой фирмы и перейти в другую. Или, например, учредить свою фирму адвокатскую. Вот эти три основных принципа, они несложные, но они фундаментальные. Если вы будете их знать, то по сути вы знаете основы форм адвокатских образований. И последующие 4 наших вопроса, это будут вопросы о том, что же может выбрать адвокат, из каких 4 форм он может выбрать, и вообще какую форму ему избрать лучше всего. Мы переходим к плану нашей лекции. Мы видим 4 формы адвокатских образований. И начнем, как я уже рекламировал вам, с самой моей любимой формы адвокатских образований – адвокатский кабинет. Адвокатский кабинет – это достаточно древняя форма адвокатских образований. Древняя, то есть не так уж все уже и глубоко, 100-120 лет назад – впервые они появились. Имеется в виду, это одна из самых первых
форм адвокатских образований. Давайте посмотрим, какую историческую периодизацию прошли различные формы адвокатских образований и место в этом формате адвокатского кабинета. Я выделяю три основных периода развития форм адвокатских образований. И вот первый – это кабинетный период. Кабинетный период, когда присяжные поверенные, это 1866 год, 1917 год. И вот в это время в основном доминирующая форма, ну чуть-чуть были консультации, но и то как бы как исключение, и то не для адвокатов, а для помощников присяжных поверенных. Так вот, а в основном адвокаты находились в кабинетах. Вы видите рядом, они даже строили дома для своих кабинетов, иногда снимали, конечно, но иногда строили целые дома, вот известный дом, дом жены присяжного поверенного А.И. Нежинской. Вот очень такое красивое здание. Это и есть, вот в этом доме находился адвокатский кабинет. Затем следовало консультационный период, это период так называемый советской адвокатуры. Тогда все адвокаты поголовно находились в консультациях. Они назывались юридические консультации. И современный период, я его назвал 3 плюс 1, то есть три основные формы плюс юридическая консультация. Итак, адвокатский кабинет у нас первая форма в истории, первая форма адвокатского образования. Ну, как это происходило? То есть клиенты приходили, звонили в дверь, там было написано «адвокат» с твердым знаком на конце. Им открывала горничная, проводила клиента в кабинет, кожаное кресло, и, соответственно, там находился адвокат, присяжный поверенный тогда, который оказывал юридическую помощь. Ну, конечно, это индивидуальная форма, это первоначальная форма, адвокатов не было таких юридических фабрик, они работали индивидуально. В период советской адвокатуры, конечно, индивидуальщиков не было. Их каленым железом их выжигали. И вот адвокатский кабинет возродился как форма адвокатского образования именно в современной адвокатуре, так называемой чиновничьей адвокатуре, образца 2002 года. Возродили. И я дам вам операционное понятие адвокатского кабинета. Адвокатский кабинет – это форма индивидуальной работы адвоката. Индивидуальной. То есть в адвокатском кабинете всегда работает один адвокат. Итак, давайте начнем с вопроса, как учредить адвокатский кабинет. Учредить адвокатский кабинет очень просто. Необходим адвокат, то есть тот, кто состоит в реестре адвокатов, то есть у него есть удостоверение, номер, соответственно. И он решил учредить адвокатский кабинет. Никаких препятствий формальных к этому нет. Он пишет заявление: я адвокат такой-то, такой-то, учреждаю адвокатский кабинет, и отправляет это заказным письмом в свою адвокатскую палату. Например, волгоградский адвокат направляет в адвокатскую палату Волгоградской области. Московский адвокат города Москвы. И вот с момента, с которого он направил это заявление, адвокатский кабинет считается открытым. Я визуализировал для вас учреждение адвокатского кабинета. Итак, здесь прописано одно требование, одно наиважнейшее требование, которое необходимо для открытия адвокатского кабинета. Это требование содержится даже в названии. Адвокатский кабинет, мы видим там слово «кабинет», то есть помещение. И вот здесь есть вопрос, где адвокат может открыть свой кабинет. Может он, например, в жилом помещении. В офисе понятно, да, то есть он может снять офис и там открыть свой кабинет. А может ли он открыть в жилом помещении? Да, как это ни странно. Закон разрешает, и закон об адвокатуре, и кодекс об административных правонарушениях не запрещает адвокату по месту своего жительства, или он снимает квартиру, но тогда необходимо согласие собственников жилья, и он может там учредить вот это учреждение, то есть свой адвокатский кабинет. Он пишет заявление, в этом заявлении указывает, где он будет находиться, соответственно, предлагает свидетельство о праве собственности или разрешение собственника, и все, адвокатский кабинет считается учрежденным. Достаточно простая форма, и она привлекла, кстати, к себе очень многих адвокатов. Очень многим адвокатам полюбился адвокатский кабинет, вот из-за его простоты.
Потому что часто, например, адвокату сложно работать, состыковываться с другими адвокатами. Но нет такой у нас практики, нет навыков совместной работы. Адвокат, как правило, это волк-одиночка, и вот для этого волка-одиночки вот эта индивидуальная берлога, индивидуальный кабинет, ну, это, наверное, один из самых приемлемых вариантов. Ну, теперь давайте посмотрим, как работает адвокатский кабинет, а именно как адвокат. Ну, есть такой не совсем хороший термин, больше, мне кажется, ругательный. Я бы назвал таких адвокатов, которые учредили адвокатские кабинеты, я бы их назвал индивидуальными адвокатами. Их иногда очень некрасиво называют кабинетчики. Ну, мне больше по душе индивидуальный адвокат. Итак, как работает индивидуальный адвокат? Адвокатский кабинет, у него есть свой счет. Может быть свой счет, может быть своя печать, свои бланки. То есть по формату напоминает это все индивидуального предпринимателя. То есть у индивидуального предпринимателя тоже он действует не от своего имени, а от имени вот своего, вот такого вот своего специального статуса. И адвокатский кабинет – это также специальный статус для индивидуального адвоката. И, например, если приходит к нему клиент, к адвокату, вот вы видите рядом договор на оказание адвокатских услуг, то договор на оказание адвокатских услуг заключается именно с адвокатским кабинетом. Подписывает, конечно же, адвокат, но от имени адвокатского кабинета. Вот так адвокат осуществляет работу в своем кабинете. У него есть, повторюсь, бланк, счет. Ну почему, возвращаясь к вопросу, почему мне нравится адвокатский кабинет, потому что я работал в адвокатском кабинете, он у меня был учрежден. Вот хочу вам продемонстрировать печать адвокатского кабинета. Это очень удивительно, да? Обычно печать юридических лиц, у физических лиц печати нет, а у адвокатского кабинета печати есть. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Я вам покажу печать адвокатского кабинета. Она может быть даже цветная какая-то, какого-то цвета, фирменных цветов. Ну, там посередине, например, может быть герб или логотип адвокатского кабинета. А по окружности написано, в каком реестре состоит адвокат. Ну, тут написано, что в Волгоградской области. И, соответственно, при заключении различных договоров адвокат ставит именно данную печать, как бы визирует, что верна подпись и что этот договор именно заключен от имени адвокатского кабинета. Полюбившаяся, как я уже говорил, форма адвокатских образований, у нее есть свои плюсы и минусы с позиции маркетинга, с позиции функционирования. Ну, например, я бы не рекомендовал молодым адвокатам начинать свою деятельность с адвокатского кабинета, хотя иногда они вынуждены это делать, потому что в других их не берут. Почему не рекомендую? Потому что клиенты просто так к вам не придут. Да? То есть, если вы молодой адвокат, у вас нет клиентской базы, к вам в кабинет просто так мало кто зайдет. То есть необходимо наработать базу, а для этого необходимо все-таки поработать в крупных фирмах. Также это полезно для получения опыта работы с клиентами, опять наработки клиентской базы. Ну, адвокатские кабинеты разношерстные. То есть есть действительно солидные адвокатские кабинеты. Это обычно такие уже матерые адвокаты, которым не нужен больше никто. Они уже сами себе голова, у них большая клиентская база. И сейчас я вам продемонстрирую, они начали постепенно обставлять свою кабинетную жизнь какими-то внешними атрибутами. Я думаю, это очень интересно, потому что атрибуты, глядя на атрибуты, мы можем увидеть суть, увидеть современное положение адвокатских кабинетов. Давайте посмотрим эти атрибуты. Ну, первое, что я хочу вам представить, это визитки. Ну, у адвокатов есть визитки, это очень важный такой маркетинговый ход. Ну вот, например, перед вами визитки адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, так называемых индивидуальных адвокатов. Вот написано «Адвокатский кабинет, защита чести», соответственно, чуть ниже визитка на иностранном языке. Ну, вот такой формат.
Больше, конечно, адвокаты обращают внимание на продвинутые адвокаты, индивидуальные адвокаты обращают внимание на интернет. И сейчас мы посмотрим с вами, я вам покажу несколько сайтов адвокатских кабинетов. Вот, например, сайт адвокатского кабинета. Неплохой дизайн. Обратите внимание, здесь он рекламирует онлайн-консультации. Тоже очень продвинутый адвокат достаточно, потому что немногие дошли даже до такого уровня. Следующий сайт. Видите, как хорошо быть у адвокатского кабинета. Их такой особенность, что они себя изображают. Ну, это понятно, потому что адвокатский кабинет – это есть конкретный адвокат, и это очень удобно. Пиаришь себя, пиаришь свой кабинет. Пиаришь свой кабинет, пиаришь себя. Как бы вот замкнутый круг получается, поддержка. Ну, вот видите, адвокатесса, учредившая адвокатский кабинет. Это адвокат, тоже неплохой дизайн. Мы видим, это Москов, города Москвы, по-моему, адвокатская палата. Вот в форме такого органайзера сделан сайт. Очень, мне кажется, видно, что человек потратился на дизайн. Вот тоже адвокатесса уделяет внимание своему внешнему имиджу и пиарит себя посредством сети интернет. Очень перспективно. Но вот данный сайт я привел для того, чтобы показать, что не все со вкусом делают свой формат. То есть иногда лучше совсем не делать, чем делать так. Вот обратите внимание, да? Логотип у него еще более-менее, видно, разработал дизайнер, но все остальное сделано на коленке. И обратите внимание, как получилось. Адвокатский кабинет пятилеток. Что это за пятилетка? Ну, понятно, что это улица, скорее всего. Но выглядит, что название этого адвокатского кабинета пятилеток. Это не думаю, что это на пользу именно этому адвокату. Ну и последний слайд, визуализирующий адвокатские кабинеты, он немного с юмором. Я собираю различные фотографии различных форм адвокатских образований на своем сайте. Ну вот в частности, это адвокатские кабинеты, они очень, ну всегда очень веселые. Такие, понятно, что вот мы видим слева такая пристройка. Адвокат сделал к дому небольшую пристройку, тамбур, и через него можно пройти его адвокатский кабинет. Рядом справа другой адвокатский кабинет. Ну, видно, что закрыт, но тоже вот такой формат, да. И в таких форматах адвокаты размещают свои офисы. Итак, мы завершили с вами вопрос об адвокатском кабинете. Это, напоминаю, индивидуальная форма работы адвокатов. Популярная, но сложная, потому что не все адвокатские палаты радушно относятся к адвокатским кабинетам, потому что они сильно индивидуальные, они плохо поддаются контролю, и иногда их действительно некоторые палаты придавливают, мягко сказать. Но кто этого не боится, тот welcome, пожалуйста, учреждайте свои адвокатские кабинеты. Если адвокатский кабинет это... По сути, это прошлое, ну, конечно, прошлое в хорошем смысле российской адвокатуры, то следующая форма адвокатских образований – это, скорее всего, будущее, далекое будущее, потому что сейчас они есть, эти формы, но они не очень распространены, ну, скорее всего, потому что наша страна и наш социум находятся не на том уровне развития, где бы очень хорошо развивалась следующая форма адвокатских образований. Итак, переходим к третьему вопросу нашей лекции. Третий вопрос нашей лекции – это адвокатское бюро. Адвокатское бюро как вот вторая форма адвокатских образований. Ну, как я уже говорил, адвокатское бюро – это из будущего. То есть это формат больше напоминает юридические фабрики. То есть такой капиталистический ход, то есть это такое предприятие, которые оказывают юридические услуги. Качественно, массово, но индивидуально и качественно. Давайте я вам представлю определение, что такое адвокатское бюро. Адвокатское бюро – это организационная форма коллективной работы адвокатов. И есть приписка, что по юридической природе это напоминает полное товарищество. Форма коллективной работы. Это отличает бюро от кабинета. К
кабинет – это форма индивидуальной работы. А бюро – уже несколько адвокатов собрались вместе в одну руку, и в этой, и здесь, вот в этой форме, в этом адвокатском бюро, они оказывают юридические услуги. Но это не массовая такая вещь, то есть немного учредителей адвокатского бюро. Как правило, это небольшие фирмы, где есть доминирующий основной адвокат, адвокат, к имени которого прикрепляются другие адвокаты, и вот этот адвокат тянет за собой, под его именем и существуют другие его коллеги, и они оказывают, по сути, под его именем, под его сенью, под его маркой эти адвокатские услуги. Давайте посмотрим, как учреждается адвокатское бюро. Учредить адвокатское бюро могут два или более адвокатов. С момента этого учреждения они становятся адвокатами-партнерами. Для этого они должны собраться и заключить партнерский договор. Содержание партнерского договора содержится в законе об адвокатуре. Здесь они приведены. Должен быть срок действия договора, насколько он действует. Порядок принятия решения партнерами, то есть как они будут решать там, большинством, квалифицированным большинством какие-то вопросы спорные. Это порядок избрания управляющего партнера, то есть кто будет главным, именно должно быть, как его избирают, это в партнерском договоре должно быть прописано, и другие существенные условия, например, ответственность, как адвокаты-партнеры, в каком порядке они несут ответственность по, например, долгам бюро. Итак, адвокаты в адвокатском бюро под сенью одного партнера, когда к ним приходит клиент, с клиентом, клиент может прийти к конкретному адвокату-партнеру. Но договор заключается не с этим адвокатом, а со всем бюро. То есть договор с одной стороны клиент, с другой стороны бюро. Что это дает? Ну, это дает, например, может произойти замена адвоката. Если адвокат-партнер, например, не может оказывать услугу, там, в отпуске или занят в другом деле, вместо него может прийти его партнер. Это свидетельствует об ответственности. Например, если адвокат причинит вред клиенту, то есть не выполнит обязательства какие-то свои, то отвечать будет не этот адвокат, а все бюро. А если уже у бюро не будет хватать денежных средств, тогда субсидиарная ответственность наступит для всех других адвокатов, и в частности на виновника. Интересна эта форма, прогрессивная форма, такая мощная форма. В провинциях она не распространена, например, в городской области около 10 всего лишь адвокатских бюро. Это на фоне 200, например, адвокатских кабинетов. Это не, но развивающаяся форма. Я вам хочу визуализировать его, эту форму, какие бывают адвокатские бюро и какие у них внешние атрибуты существуют. Итак, вы видите, что здесь уже более серьезно, чем в адвокатском кабинете. Ну, там один адвокат, он, конечно, финансово ограничен, а здесь бюро, и они все-таки уже выделяют бюджет, например, вы видите, на сформирование своего фирменного стиля. Вот два бюро, и мы видим два фирменных стиля, и визитки в едином стиле, и бланки в едином стиле, и даже, вот видите, диски в едином стиле вот этого адвокатского бюро, то есть дизайнер здесь потрудился хорошо. Вот перед вами сайты адвокатского бюро, тоже видно дизайнерская работа, вот даже известный художник на втором, на черном слайде, на черном сайте потрудился, то есть это уже действительно затраты достаточно существенные на свой внешний имидж. Вот известная фирма Юстина и Бробин. Вот обратите внимание, это ученый. Я говорил в начале лекции о нем. И вот он учредитель этого адвокатского бюро. То есть он и практикующий адвокат, и одновременно ученый, занимающийся в частности вопросами адвокатских бюро. Итак, адвокатское бюро. Один адвокат управляющий. Вокруг него все вертится. Если такой человек есть, если вы знаете, что есть такое бюро, стремитесь туда. Потому что именно в этом бюро вы, скорее всего, получите очень хорошие навыки адвокатского мастерства. Потому что им выгодно, чтобы их адвокаты-участники были люди с высоким мастерством, потому что они приведут клиентов, за счет которых и живет само адвокатское бюро. Но вот этот такой
как, конечно, несколько циничный капиталистический стиль. Он присущ бюро, но не присущ следующей форме адвокатских образований, которое пришло к нам из советского нашего прошлого. Я лично думал, что когда его вводили, что это временное такое. Ну, знаете, надо же, еще остались старые адвокаты, старые закалки для них. Но оказалось, что наша система очень именно заточена под социализм. И эта форма адвокатских образований на сегодняшний день самая распространенная. Итак, переходим к следующему вопросу нашей лекции. Четвертый вопрос нашей лекции – это коллегия адвокатов. Итак, коллегия адвокатов в законе, она идет в связке с бюро. Там написано, что есть общие правила для бюро и для коллегии, но какие-то особенности есть. Если всмотреться вот в эти особенности, мы увидим, что это действительно разные формы адвокатских образований. Итак, давайте посмотрим определение понятий коллегии адвокатов. Коллегия адвокатов – это организационная форма индивидуальной работы адвоката в рамках юридического лица. Итак, что же в этом определении? Это организационная форма, понятно. Адвокаты работают там индивидуально, то есть у них большая степень индивидуальности, чем в бюро, например, можем сделать вывод. Но все это происходит в определенных рамках. Рамки – это вот юридический формат юридического лица. Итак, коллеги адвокатов, что это такое? Это такие индивидуальные адвокаты, много, и которые каждый ежемесячно выплачивают определенную денежную сумму своему начальнику. Вот такая вот в самом общем виде такой формат коллегии адвокатов. Учреждают ее по закону так же, она как и бюро учреждается, два и более адвокатов могут быть. Они заключают специальные два документа, подписывают, это устав и учредительный договор. Затем направляют копии устава и учредительного договора в адвокатскую палату субъекта Российской Федерации. И есть еще один этап, его нет, например, в кабинете, но есть, кстати, в бюро. Это государственная регистрация. Коллегия адвокатов должна быть зарегистрирована. Итак, два и более адвокатов, два учредительных документа, это устав и учредительный договор, и последний этап – это государственная регистрация коллегии адвокатов. Теперь давайте посмотрим, как осуществляется работа. Адвокаты работают в коллегиях в филиалах. То есть филиалы – это вот такие небольшие учреждения коллегии. Ну, опять же, там по 10, по 12 адвокатов, может быть меньше. И вот там адвокаты и работают. Но если приходит клиент, то заключается договор не с филиалом и не с коллегией, а с самим адвокатом. То есть адвокат сам отвечает по своим долгам. Адвокаты выбирают коллегию адвокатов, которая в соответствии выбирает президента коллегии адвокатов. Конечно, это самая распространенная форма адвокатских образований, но она очень, мне кажется, странная. Странно, что она так долго существует. Дело в том, что там большая угроза бюрократизации. И так у нас очень все забюрократизировано, а в коллегиях это особенно четко видно, особенно в больших. Когда делают начальство, избирают начальство, а затем начальство как-то так закрепляется, что потом его оттуда не сдвинуть. И после этого что происходит? Начальство начинает тянуть с рядовых адвокатов денежные средства. Ну, например, в городской области есть межрайонная коллегия адвокатов, областная коллегия адвокатов. И там одна и та же история. Эти коллеги, руководство начинает просто тянуть финансы с адвокатов, ничего им не давая взамен. Да, то есть никаких там ни пиар-акций, ни продвижения, ну, имитация деятельности – это плохо. В больших организациях вот эти вот большие ресурсы тратятся на содержание аппарата, который практически ничего не дает. Но с другой стороны, раз есть коллеги, раз в них есть потребность, значит, это наш сегодняшний крест, это самая успешная современная форма в современной России, России 2000-х, первой половины. Может быть, что-то изменится и достаточно скоро. А пока не изменилось, мы переходим к последней, к четвертой форме адвокатских образований. Я ее назвал фантастической, потому что фактически их нет. Но идея была интересна. Итак,
Последний вопрос нашей лекции. Пятый вопрос нашей лекции – это юридическая консультация как форма адвокатских образований. Идея юридической консультации была следующая. Дело в том, что адвокаты, их много, где много финансовых средств, где много денег. Ну, так получается. Где много денег, там адвокаты. Если взять, например, какую-то область, например, Волгоградскую область, то большинство адвокатов будут сосредоточены в одном месте, ну, где обычно деньги собираются, в крупных мегаполисах, да, в городе Волгограде. Ну, вот, например, давайте посмотрим. Карта Волгоградской области, видите, вот где кружочек, это адвокаты. Да, их у нас около 1200 адвокатов Волгоградской области. Вот большинство из них вот именно вот в городе Волгограде, но может быть еще город Волжский и в Камышине, да, вот может быть. В остальных местах адвокатов очень мало, и их недостаточно. Как это ни странно звучит, но действительно в области, в провинциях адвокатов мало. Ну что там им делать? Да? То есть клиенты не платежеспособные. И иногда бывают случаи, когда суд есть, а адвокатов нет. А суд не может быть без адвокатов. И вот юридическая консультация была задумана так. Как сделать так, чтобы перетянуть адвокатов из центра на периферию, чтобы они разъехались и оказывали юридическую помощь там, где это требуется. И вот была создана такая форма. Давайте посмотрим ее определение этой формы. Юридическая консультация – это организационная форма работы адвокатов по обеспечению доступности адвокатской помощи. То есть, чтобы помощь была доступна, чтобы не надо было из Урюпинска ехать в Волгоград, было вот создано, вот, такой формат был изобретен. Это учреждение, и значит, оно учреждается. Почему я назвал фантастической эту форму? Дело в том, что для учреждения юридической консультации необходимо как минимум решить два важнейших вопроса. Первый вопрос – это кто будет финансировать? И второй вопрос – это кто поедет? Первоначально, чуть-чуть попозже об этом, первоначально о том, как говорит закон, с какого момента и в каком случае юридическая консультация учреждается. Это же учреждение. А учреждается она в следующих случаях. Если на одного судью, федерального судью, приходится менее двух адвокатов. Ну, например, в районе 5 судей, в районном суде, а адвокатов 6. Все, не хватает. Адвокатов должно быть 20. Значит, в этом случае должна быть учреждаться юридическая консультация. Порядок и учреждение законом предусмотрен следующий. Итак, на одного федерального судью приходится менее двух адвокатов. Здесь два, но вот одного давайте уберем. И тогда субъект федерации, правительство субъекта федерации, например, правительство Волгоградской области, выходит в адвокатскую палату с предложением учредить юридическую консультацию. Палата собирает всех адвокатов, и они решают, да, например, в городе Урюпинске мы учреждаем юридическую консультацию. И она начинает работать. Как я уже говорил, здесь две проблемы возникают. И вот эти две проблемы, они так и не решены, и потому юридические консультации не открываются. Потому что за чей счет будет открыта юридическая консультация? В законе так написано, субъект федерации может оказать финансовую помощь, ля-ля-ля. Ну, тут ключевое слово «может». Понятно, что есть у государства, у субъекта федерации другие виды на эти деньги. И они, конечно, не помогают. И получается так, что сами адвокаты должны сброситься, чтобы в городе Урюпинске учредить адвокатскую юридическую консультацию. Кому это надо? Никому. То же самое с поездкой. Это надо адвоката из города Волгограда или, например, из города Москвы взять за шкирку и перевести, и послать в какой-то другой город. Зачем? Кто рискнет предложить это адвокатам? Некого. И потому идея есть. Даже в некоторых, насколько я знаю, в Республике Калмыкия она была учреждена, но там темная история. Ну вот, очень-очень редкая форма адвокатских образований. Итак, мы с вами рассмотрели четыре основных формы адвокатских образований. От распространенных до очень редких.
Я думаю, теперь мы сможем с вами уже идти дальше, к следующей лекции. Это когда мы будем говорить о верхушке вот этой структуры адвокатуры. А сейчас давайте посмотрим то, что мы уже сегодня с вами изучили. Итак, у нас сегодня с вами было 5 вопросов. Первоначально мы узнали о понятии форм адвокатских образований. Мы узнали, как адвокаты распределяются по этим фирмам. Нарисовали пирамиду структуры адвокатуры Российской Федерации. И затем пошли по различным фирмам. Про адвокатский кабинет, в котором работает один адвокат. Адвокатское бюро, которое фабрика по выжиманию дохода. Ну, такая была идея. Коллеги адвокатов – это осколки социализма в современной России. И юридическая консультация как фантастическая форма адвокатских образований. Итак, мы с вами рассмотрели формы адвокатских образований. Если вы заинтересовались этой темой, я вам хочу предложить традиционно свой учебник «Адвокатура». И здесь есть целый раздел. Он звучит так. Так и звучит глава 9 «Форма адвокатских образований». Здесь вы более подробно, может быть, узнаете и прочитаете про адвокатские образования. Также я бы вам порекомендовал для закрепления своих компетенций и знаний в области форм адвокатских образований вот это практикум по адвокатуре. Тут есть также раздел, касающийся форм адвокатских образований. Также раздел 9, тема 9, форма адвокатских образований. Ну, вот, например, с какой-нибудь на двух стульях задача. В 2002 году, и я напоминаю, что эти задачи были созданы по реальным случаям. В 2002 году президентом адвокатской палаты Самарской области была избрана адвокатесса Б. При этом она не покинула поста председателя президиума Самарской областной коллегии адвокатов. Более того, возглавляемые ею коллегии и палаты находились в одном и том же помещении. Имеет ли право адвокатесса совмещать должность руководителя коллегии и органа адвокатского самоуправления? И тут ссылка идет на закон. Может ли адвокат совмещать руководство в коллегии и руководство всеми адвокатами? Закон этому не препятствует. Да, это возможно, но с позиции этики не совсем хорошо, тем более одно помещение. Эту адвокатессу обвинили в злоупотреблениях финансовых, потом эти адвокаты, им пришлось уйти из адвокатуры. То есть там есть какие-то больше этическо-уголовные аспекты. С точки зрения же адвокатуры это возможно. Адвокат может одновременно быть и, допустим, руководителем коллегии адвокатов, и президентом адвокатской палаты, например, в данном случае Самарской области. Итак, мы с вами завершаем лекцию по адвокатуре. Напоминаю, что следующая лекция у нас об органах адвокатского самоуправления. Я думаю, эта лекция будет вам полезна, и которая будет, и которая сегодня есть, потому что в ней, по сути, я выжил все и оставил самое главное, что есть в формах адвокатских образований. Принципы и отдельные виды адвокатских образований. Спасибо за внимание. До новых встреч.